кажется странным такой факт, что чем меньше птица, тем больше требуется ей корма в соответствии с ее размером. Куры могут есть все подряд, не зная меры, особенно зимой. Поэтому люди, которые подходят к содержанию птиц ответственно, составляют рацион кормления для каждой птицы. И чем разнообразнее набор тех кормов, которые входят в рацион птицы, тем он полноценнее. В нашей постоянной рубрике «Люби, но помни» Евгений Базаркин расскажет, как правильно кормить кур. Для того, чтобы выбрать нормальную здоровую курицу, нужно взять ее в руки, посмотреть, здоровы ли у нее глаза. Глаза должны быть ясные и светлые. Не должно быть пенистости в глазах. Клюв. Клюв у курицы должен быть сухой. И никаких течений из носа не должно быть. Вот. И опять же, смотрим на то, как курица себя ведет. Если она стоит, нахохлившись в уголку, то это нездоровая явно курица. Такую не стоит даже приобретать. Потом смотрим ноги. Ноги у молодой птицы, у нее с мелкой чешуйкой. Вот. И не сильно длинные когти, потому что курица ходит по полу, и она их на земле стирает. Если ногти сильно длинные, значит, эта курица старая и содержалась в клетках, где-то там выращивалась в непонятных условиях. Вот. И также оперение. Оперение должно быть ровное, гладкое, не должно быть топорщиться никаких особо перьев. Вот. И опять же, внешний здоровый вид курицы – это очень важно, потому что это она все показывает сама по своему поведению, по своему характеру и всему остальному. Приобретая птицу, желательно ее приобретать у владельцев, а не у тех людей, которые перекупили и перепродают. Потому что хозяину птицы всегда можно предъявить претензии. Если вы хотите получить яйцекладку круглый год, то птицу нужно, в принципе, закрывать в холодное время года, чтобы температура птичники не была ниже 10 градусов. Потому что при понижении температур птица перестает нестись. Поэтому ее необходимо закрыть и содержать там. Световой день у кур должен быть не меньше 17 часов в сутки. При таком световом дне куры нормально несутся. Значит, а что касается обработок? Обработки по осени, перед консервацией, скажем, птичника, необходимо птицу обработать от пух пироедов. Потому что пух пироеда, они находятся, у птицы есть всегда в малом или большем количестве. К осени эти паразиты, их больше всего появляется, и кур очень от этого страдают. У них может вылезти оперение, там они могут себя неплохо чувствовать, будут угнетены. Вот, поэтому обработки происходят по осени. Вот сейчас очень много средств для обработок, поэтому это не проблема найти. Мы, вот, в данный момент я использую в своем хозяйстве, либо обработку мы полиолизатором разбавляем этот раствор и обрабатываем кур, начиная от клаки, заканчивая ногами, это все по перу идет. Либо просто обыкновенным купанием. Это берем курицу и погружаем ее в воду, считаем 1, 2, 3, 4, 5, вытащили, посадили ее в помещение без сквозняков, чтобы она высохла и была, ну, чувствовала себя нормально. Желаю вам удачи в разведении этих интересных кур и здоровья вашим питомцам.